Чтобы поздравить представителей компании Procter & Gamble с Новым годом, мы взяли интервью у самых известных и знаменитых личностей. Поздравляю отдел логистики, они молодцы, управляют сотнями вот таких вот машинок, автобусов все ездят туда-сюда, то тут, то там, и маленькие, и большие, и вот такие вот огромные, и так много. Как за всем этим уследить, я не представляю, а ваши справляются, молодцы. С детства я мечтала работать менеджером, а родители заставили меня петь. Но ничего, скоро мне исполнится 18, и я приду к вам работать. Я буду лучшей сотрудницей, вот увидите. До встречи в новом году. Вау! Я уверен, что главное в жизни – это деньги. Вот у меня есть деньги, и я делаю все, что хочу. Могу журналистам веником по морде настучать, и мне за это ничего не будет. Вот так-то. Поэтому я хочу пожелать всем, кто работает в отделе финансов, много работы. Однажды я сама пыталась починить модем. Ну, вы понимаете, что из этого получилось. И я поняла, что в новом году моим мужем будет только специалист по компьютерным технологиям. И, скорее всего, это будет один из ваших сотрудников. Так что увидимся в новом году. До скорых встреч. На своем опыте знаю, что работа с людьми – это очень тонкое искусство. Хочу поздравить с Новым годом всех менеджеров по персоналу и пожелать, чтобы ваша тактика всегда приводила к победам. А если что не так, всегда выручит хук с правой. Мы с девочками специально собрались, чтобы поздравить сотрудников из отдела продаж. Желаем, чтобы в Новый год вы удовлетворили всех своих клиентов. Хочу лично поздравить всех специалистов по компьютерным технологиям. Как-то мне сказали, что я чайник. Я подумал, что это потому, что я такой горячий. Но нет, оказалось, что это совсем о другом. Я очень уважаю этих людей, потому что сам в этом деле, как это, чайник. Очень хотел бы поработать у вас в этом отделе, подучиться, так сказать. А вообще всех с праздниками, всех люблю, всех целую. Антонио Бандерас. Знаете, самая клевая работа у отдела закупок. Каждый день покупки, покупки. И каждую нужно обмыть. Так что побольше вам работы в Новый год. Поздравляю всех сотрудников из отдела внешних связей. У меня есть для вас подарок, пара контактов в Италии. А так я всех обожаю, люблю и поздравляю. Эй, Андрюха, и от меня привет передай. В прошлом году я закончила школу моделей. Специально для того, чтобы сняться у вас в рекламе. Я просто обожаю брить ноги, и мне очень хочется рекламировать ваши депиляторы. Надеюсь, в новом году моя мечта осуществится. С Новым годом и до встречи! Hello, я посоветовался со своим менеджером, и мы решили, что в новом году я снимусь у вас в рекламе бесплатно. Лучший подарок для меня – это работа с вашим отделом маркетинга. Спасибо за сотрудничество и с Новым годом!